началом зимы в Ульяновске стартовала новогодняя кампания. В парках уже начались тематические мероприятия, объявлены конкурсы и розыгрыши. В парке Победы, например, уже готовятся заливать каток на 1500 квадратных метров, закупают новый световой потолок. Праздничное настроение ульяновцам создают в торговых центрах, где уже все готово к празднованию Нового года. На центральных улицах города также начинают устанавливать новогодние фигуры и гирлянды. 21 числа открываются уже елочки в каждом парке. Одновременно идет у нас открытие в 12 часов. И 25 планируется открытие главной елки нашей губернии. Это уже площадь Соборная. И, конечно, здесь вот мы уже планируем такие массовые большие развлекательные программы. На Соборной площади установят новые фотозоны и световые фигуры. Одна из них – книга с логотипом «Ульяновск. Литературный город ЮНЕСКО». По традиции, 25 декабря пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек. Правда, в этот раз участники проследуют с площади Ленина на Соборную, чтобы не перекрывать улицы города. Наша задача – вовлечь население, создать настроение яркое, праздничное. Не только 31-го там бабахнут салют и все на этом. А каждый день события, праздник, яркие вещи, вовлечение людей, тосы, старших по домам и так далее. Вот что нужно. Главная задача градоначальников, по мнению губернатора и профильного министра, создать новогоднее настроение не только на центральных улицах, но и во всех районах города и области. В том числе обратить внимание на украшения многоквартирных домов и частного сектора. У каждой управляющей компании, если уж не в каждом микрорайоне, там, если не в каждом во дворе, то уж точно в микрорайоне вот должно то же самое быть. Чтобы они, так сказать, тоже не сидели там в стране, не думали о том, что и вся зона ответственности, только там центральная площадь, чтобы там губернатор из окна видел, там, как там пляж-то танцует. Ничего подобного. Известно, что новогодний городок установят на университетской набережной. По традиции зальют каток возле главного корпуса УЛГУ, поставят украшенную елку, а подъезды домов микрорайона украсят гирляндами. В группе компании «Аметист» будут установлены елки по Невского, по генералу Мельникову. Вот два адреса, три по Невского, на Ефремова, на Камышинской, Ливанова, Илюшина, Рябикова, Самарской, Шолмова, Юкурнова, Хашимина. Было дано поручение обсудить с управляющими компаниями не только установку елок, но и украшение подъездов, домов, проведение праздничных семейных мероприятий, заливку и оформление хоккейных коробок. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.